в полуфинале, но этого все равно не хватило. В любом случае, двух медалистов мы уже знаем. Это австралиец и француз. А вот кто будет третьим, Иван Пареха или румын Мирча Замфир, которого мы видим сейчас, мы узнаем после программы, которая сейчас последняя исполнит. Помимо самого набора элементов, которые спортсмен показывает, оценивают ли судьи вот связки этих элементов, какой идет следом за каким? Да, конечно, это идет оценка артистичности, как спортсмен перемещается по площадке. Обязательно должно быть перемещение вперед, назад, в сторону, по кругу. В каждом углу спортсмен должен побывать за выступление по два раза. Это все оценивается. Движение рук, движение ног. Одинаковые ли они, разные. Связь с залом, мимика,